На календаре 4 декабря. 4 декабря 1861 года возле наплавного моста через реку Самару были установлены столбы с тремя фонарями для освещения Хлебной площади. Работы производились на средства мещанина Елфимова. Ровно 120 лет назад, 4 декабря 1902 года, под председательством губернатора Александра Брянчанинова состоялось первое заседание губернского комитета. Собравшиеся говорили о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Ежегодно 4 декабря в России отмечают День информатики. А еще сегодня интересный и особенный праздник, посвященный Новому году. День заказов, подарков и написания писем Деду Морозу. Православная церковь сегодня празднует введение во храм Пресвятой Богородицы. С этого дня на Руси начинались зимние торги, введенские ярмарки. Главным товаром на них традиционно были сани. Также на введение совершали пробные выезды на зимнем транспорте. Это все, что мы успели вам рассказать о событиях, случившихся 4 декабря. Хорошего настроения вам и успехов во всех начинаниях!